Всем привет! Сегодня пятый этап. И я опять забыла переключить бомбы, поэтому не выбила максимум, поэтому мы записываем это видео снова. Что здесь нужно делать? Попасть по мини, когда рыбка будет на одной линии с нами. Оп. Повторить с этой стороны. Теперь сменить бомбу. Сейчас мы подождем, пока этот рыжий развернется. Бахнем в серединку. Вот так. И то же самое с другой стороны. Тут уже можно не ждать ничего, но взорвать бомбу в середине. Вот так. Теперь меняем снова на мятную. Бахаем эту. И у нас осталась последняя бомба. Взорвать ее нужно в тот момент, когда рыбки подойдут ближе. Ровно в этой точке. Ну вот опять не на максимум. Ребята, я уже замучилась. Вы поняли принцип? Пожалуйста, давайте больше не будем меня мучить. Я невнимательная и местами тупая. Поэтому у меня 50 очков. Я могу попробовать еще раз специально ради вас. Но не факт, что получится. Я честно выбила максимум на другом аккаунте, но просто у меня уже не хватает внимания на это все. Бомбу не забываю менять, иначе все, хана. Так, идем вниз, снова меняем бомбу. Есть два стула. На одном комментаторе, для кого ты все это делаешь, я легко все закрыл на максимум сам. И второй, на котором сидят комментаторы, я не могу набрать больше 16 очков, помогите. Вот. Кто не может набрать, наверное, я именно для этих людей это все и делаю. Спасибо вам за то, что смотрите, лайкаете, подписывайтесь. Я завела себе телеграм-канал, в который я, в принципе, сейчас пощу то же самое, что и на YouTube, но я и раньше туда закидывала сложные сундуки в Фонтейне и секретные сундуки в Сумеру и все прочее. Вот кому интересно, там можно прям вживую со мной общаться, писать и спрашивать помощи. But I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in